Именно не боюсь, да, пугаться, не знаю, они наши или не наши. Ты сам или сам что? Или то? Что батарейка, что? Тонкая труба ушла. Дома летала, да? Тонку не разрешает летать, да? Сначала девочкам, да, надо летать. Тихонько сюда не надо. Внимательно, да. Так, получается.
еще больше-то. Правильно, надо родителей слушаться, да. Наверное, это Тома. Он светлее, чем Тома. Ты зачем меня так напугал? Ага, или напугал? Напугал, да, ты светлее. Не надо туда. Да, вот. А там еще страшнее, там негде удержаться, да. Потом, когда будешь летать с родителями, да, если захочешь, ругается наша чайка. Ой, сколько их летает. Вот. Прогнала наша чайка чужую. Чайка спряталась за трубу. Я стараюсь не вмешиваться. Ворон просит.
проще прогонять. Видно, где кого надо прогнать, да. А с чайками сложнее. Я один раз ошиблась, наругалась нечаянно на ту, да, наругалась. Думала, чужая чайка. Оказалась наша Туа, а потом Туа не появлялась, я даже плакала, когда по видео увидела, то я на Туа наругалась. И теперь не вмешиваюсь, чайка полетела прогонять чужую. И только Туа. Сегодня уже родители стараются, чтобы их птенцы крылья разбивали. Сегодня 26-е. Так, ну, наверное, все, у меня руки устали.